На территории Ленинского городского округа работает 15 отделений почтовой связи, в которых трудится более 180 человек. Если для поздравления с профессиональным праздником собрать их всех, работа почты просто остановится. Поэтому представители трудовых коллективов пригласили в фойе почтового отделения 142-700, расположенного на Советской площади. Все модернизируется, жизнь на месте не стоит. Я уверен, что у почты вообще, в принципе, очень большое будущее. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо за вашу работу. Наталья Алексеевна Железнякова работает в почтовой службе с 1981 года. Прошла путь от сортировщицы почты до руководителя. Сейчас она возглавляет отделение связи 142-701, расположенное по адресу проспект Ленинского, Комсомола, 3. В настоящий момент эта почта не принимает посетителей, но уже со следующей недели заработает вновь в обновленных кабинетах. Полностью обновлено все в отделении связи, начиная от потолков и стен и кончая мебелью. То есть у нас будет полностью красивое в стиле ОПС будущего наше отделение. Несмотря на активное использование электронных способов передачи информации, работы у отделений почты не убавляется, ведь развивается электронная торговля. Историки отмечают, что на территории России почтовая служба существует уже более 1000 лет, и все это время она остается важнейшим государственным институтом. Почта – это достаточно серьезный труд. Если мы даже вспомним наше с вами военное время, у нас с вами в этом году 80 лет начала войны, да, и именно благодаря сотрудникам почты многие получали ту радостную информацию, в том числе и о победе, которая, собственно, нас с вами объединяла. Безусловно, жители округа жалуются, что почтовых отделений катастрофически не хватает. Руководство муниципалитета в курсе проблемы, и в этом направлении ведется работа. Уже известно, что в третьем квартале нынешнего года планируется открытие нового отделения почты в ЖК «Пригород Лесное». Как минимум надо открыть еще 7-8 новых отделений. Особенно в тех местах, где выросли целые города, да, и Бутово, парк 2, и можно перечислять бесконечно. Пока на данную минуту все идет в стадии рассмотрения. Но мы надеемся, что в ближайшее время там будут открыты отделения новые. Поздравили работников почты с профессиональным праздником и в других поселениях округа. Например, в поселке совхоза имени Ленина к ним с цветами и подарками пришли депутаты Совета депутатов округа Артем Грудинин и Мария Гаевская. Максим Козлов, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видно этого.